Здравствуйте, мастер Джинсао. Хотелось бы поговорить сегодня кунг-фу и алкоголь. Приветствуется ли алкоголь в кунг-фу? Разрешаете ли вы своим ученикам? И есть ли у меня зависимость? Могу ли я преодолеть ее с помощью кунг-фу? Алкоголь в даосских практиках не рекомендуется в том, что алкоголь разрушает работу энергосистемы. И мастера рекомендуют, если очень нужно, но только на уровне пива. Если ситуация таким образом произошла, что нужно выпить, такое бывает иногда, то существует упражнение для выведения алкоголя из организма. То есть у нас, считайте, есть упражнение для всего. Ну, наверное, так, монахи придумали. Может быть, праздник какой-то большой. Надо поделать упражнение, и все будет хорошо. Я заметил, что те люди, которые занимаются кунг-фу, они мне рассказывают о том, что естественным образом, не хотя для себя, они отказываются от алкоголя. То есть человек говорит, что вот я там рад, праздник, там чуть ли не полбутылки водки, а в этот праздник пришел, мне даже капли не захотелось. То есть трудно объяснить, как это происходит, на каком уровне и что происходит это физиологически, но люди, занимающиеся кунг-фу в учи, меньше потребляют алкоголя, чем люди, которые не занимаются. И если необходимо вывести алкоголь или избавиться от зависимости, то есть упражнения. Опять же, упражнения есть дыхательные, телесные и сознание. То есть все работает в трех плоскостях. И если вы специалисты, вы знаете, как это работает, то вы можете помочь другим людям. Данные упражнения несложны, их можно выполнять неподготовленному человеку. И выполняется упражнение 7 дней. То есть эти упражнения доступны. Нужно просто знать, как дышать и что делать. Такие же упражнения есть при табакокурении, наркомании. То есть при каждой проблеме есть определенные комплекты упражнений. Этим как бы и хорошо кунг-фу. То есть если у вас возникла проблема, там сахар, алкоголь, наркотики, то есть вы можете просто гимнастикой убирать эту проблему. Я сейчас скажу образно. Считайте, что у вас внутри есть датчики, которые отвечают за норму. Сколько, чего можно, чего нельзя. И этот датчик сломался. Датчик как бы находится в сознании. Все датчики ломаются из-за проблемы психоэмоциональной. Стресс, нервы, что-то произошло и начинается проблема. У каждого перекос свой. Кто-то начинает пить, кто-то начинает, там, не знаю, сахар есть. То есть у каждого свои вопросы. Для решения вопросов есть упражнения. Спасибо большое. Дорогие зрители, если вы хотите увидеть упражнения, пишите комментарии, и мы в следующих выпусках вам их покажем. До свидания. Ставьте лайки. Мы с вами. До новых встреч.